Ну что, ребятки, я снова на юге Франции, в диком регионе Камарк. Вот, возле городишка Сан-Мари-де-Ла-Мер. Этот регион славится своими белыми лошадьми, выращиванием черных быков. Что тут еще есть? Розовыми фламинго, рисовыми полями. Вот, сейчас сегодня у меня прогулка на белых лошадях Камарга. Ну что, ребятки, сегодня у меня прогулка на белых лошадях Камарга. Вот они, лошадки. Вон там надо заплатить. Вот видите, люди собираются. Этот регион, он просто полон туристами. Он притягивает к себе людей. Здесь огромные, красивые пляжи. Здесь Средиземное море просто. Вот, 5 минут езды на машине. И мы у моря. Так что сегодня у нас прогулка на белых лошадках Камарга. Короче, я только что купил билет. Вот 1 час я выбрал. Стоит 22 евро. Потому что 1,5 и 2 часа это надо выдержать еще. Еще если светит солнце, вообще будет испепеляющая поездка. Вы знаете, как-то лежа на пляже, я видел группу туристов, проезжающих на лошадях. Думал, бред какой-то детский вообще. И вот сейчас сам подгрузился. Думаю, дай-ка проедусь. Я же в Камарге. Ощущу все прелести Камарга. Так. Короче, на голову одеваем так называемую шарлотку. Это чтобы гигиеническая защита. И потом каска. Все, Иван. Garde à vous là. Voilà. Ok, merci. Merci. Я готов к поездке на лошадях. Сегодня будет прогулка на лошадях, как в фильме Клинт Иствуд. Плохой, злой, хороший. Ну что, ребятки, я на лошадке. Мою лошадку зовут Пиаф. 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 Как идет Пиаф? Увидеть Камарг с настоящей камарской лошадью. Они сначала спрашивают, вы умеете залазить на лошадь? Говоришь, нет, ну если не умеешь. Они приносят табуреточку. Вот. Я также залазил. Наша группа залазит на лошадок. Готовимся к отъезду. Ну что, выдвигаемся потихоньку. Allez, Piaf. Allez, c'est parti, bonne balade. Suivez les autres. Merci. À tout à l'heure.
Что-то лошадка кашляет. Ну что, мы поехали. Открыть для себя все прелести дикой природы Камарго. Гид говорит, что в Камарге очень соленая земля, потому что есть очень много солончаков. И из-за этого растительность, она не везде одинаковая, варьируется. У некоторых домов во Франции такие вот соломенные крыши старинные. Такую крышу надо менять время от времени, раз в 50 лет. Что она, солома портится, начинает протекать и так далее. То есть очень такое трудоемкое занятие, хлопотное и дорогостоящее, как и все здесь. Вот такой вот он Камарг, весь в солончаках, в болотах. Полях для риса специальных уже сделанных. Соседство дикой природы и человека. Лошадки уже привыкли. Одни идут одна за другой потихонечку. Здесь встречаются вот такие вот домишки. Живут люди. Вот в некоторых регионах Франции несколько вот таких вот домов называется масс. Масс означает деревенский дом, если переводить дословно. Переводчики, деревенский дом. Это может быть постоянным местом жительства людей. Это может быть отелем. Они сдают комнаты для туристов, которые приезжают здесь жить. И это может быть просто вот приезжать сюда время от времени, как дача. Видите, как я уже говорил, этому региону присущи белые лошади. То есть в этом регионе выращивают белых лошадей. Видите, в основном они все белые. Это камаргская лошадь. Как вы видите, вот, в нашем составе почти все белые. Видите, все вот эта вот пустыня, все заполняется водой, достаточно дождю пройти. И вот это вот, все вот эти вот поля наполняются водой. И вот это вот белые пятна, вот видите, белые пятна, это соль. Потому что море, оно просто вот рядом здесь, буквально 5 минут. Мы едем к озерцу, где розовые фламинго. Здесь, видите, дикая природа, она как зоопарк. Настоящие розовые фламинго. Подъезжаем специально к розовым фламинго. Посмотреть их.
подъехали к этому озерцу, видите, а тут по щиколотке в основном вот эти озера, фламинги, если гуляют. Вот вам, ребята, Камарк. Один из регионов юга Франции. Переход через дорогу. Водители здесь культурные, терпеливые, ждут, пока мы проедем. Вот, как я вам уже говорил, еще одна из специальностей Камарга – это черные быки, такие бодливые. Их выращивают на колбасу, на мясо. Их не используют для кориды. Рассказывает. Alors, la course camarguaise, le taureau... Ne tirez pas trop avec amour. Si vous tirez, vous reculez. Hein? Eh ouais. Donc, on va mettre un petit pompon blanc à la base des cornes. Et un chiffon rouge, donc les petits pompons blancs qu'on va appeler des glands, et un petit chiffon rouge entre les deux cornes que l'on va appeler une cocarde. La bête va rentrer uniquement maximum pour 15 minutes dans les arènes. Il y a des jeunes habillés de blanc qui vont rentrer dans l'arène, on va les appeler des rats de feu. Ils auront un crochet métallique et ils vont essayer de leur enlever. Il y aura un speaker au micro qui va inciter les gens. Едем дальше. Я уже не последний, сзади меня появился человек. Да, здесь очень много конюшен в Камарге, которые вот занимаются таким вот туристическим извозом людей. То есть очень много. То есть это очень прибыльное дело, вот всего-навсего час вот так проехаться, 22 евро, там еще полтора часа, сколько там было, 30. Вон, видите, тоже группы встречаются. Гид говорит, что все камаргские лошади, они когда рождаются, они не белые, вот как сейчас, они серые, черные, коричневые, только 2-3 года позднее они меняют, постепенно меняют цвет. Становятся вот белыми такими. Видите, соседняя группа. Как я вам уже сказал, здесь очень много конюшен, которые занимаются таким туристическим извозом. Да, ребятки, часа прогулки предостаточно, чтобы насладиться этой поездкой, посмотреть, что это такое. Ну что, 1,5-2 часа – это уже перебор. Уже как бы полчаса едем, надоело. Чисто так, для разнообразия. Да, как люди вот раньше проводили целый день в седле. Да и сейчас, наверное, есть люди, которые занимаются по роду своей работы, службы. Надо реально любить, чтобы нравилось.
C'est comme dans le film Clint Eastwood. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку. Вот видите, это все соль. То есть достаточно дождику пройти, потом все высыхает и соль выступает. Кто не верит, может подойти попробовать на язык. Это под земли. Вот люди потеют, соль выступает. Вот так же земля потеет, видите? И соль выступает. Никогда не слышал, как лошадки пукают. Смотрите, как сильно. Прикольно. Гид говорит, вот когда подъем, говорит, корпус тела вперед перемещайте. Снова пересекаем дорогу. Такое прикольное цоканье копыт по асфальту. Ну что, ребятки, мы уже на пути возвращения. Сделали такой гигантский круг. Возвращаемся обратно. Меня уже укусил какой-то комар. Рука чешется. Ну что, мы вернулись на базу. On peut descendre? Oui, alors on va déchausser le pied droit. OK. Ну что, я слез с лошадки, другая группа вот приехала тоже. Вот чисто для галочки. Прокатился на комарской лошади по дикому региону Франции, Камаргу. Всем привет! Снимаем каску. Merci beaucoup.
Champion. Ну что, ребятки, садимся на машинку и на пляж. Здесь буквально 5 минут езды. Пересекаешь город Сан-Мари-де-ла-Мер и попадаешь на пляж. Он весь в пляжах, выбираешь, какой хочешь. Хочешь рядом с городом, хочешь чуть-чуть подальше от города. Вот, сейчас съездим туда. Я хотел сегодня открыть плавательный сезон. Сегодня 8 мая. Солнышко начало выходить. Так что сейчас посмотрим по ситуации. Ну что, едем на пляж. Ну что, как я уже сказал, мы покидаем эту станцию, или конюшню, как его лучше назвать, лошадей. И едем в Сан-Мари-де-ла-Мер и на пляж. Въезжаем в Сан-Мари-де-ла-Мер. Вот здесь сделали гигантский паркинг. Раньше его не было здесь. Прямо в начале города. Городишко Сан-Мари-де-ла-Мер. Il y a un mois peut-être, à une erreur, maladresse de facteur, asperge de parfum. Очень популярный такой поселочек, туристический просто. Как вы видите, все забито машинами. Все забито туристами. Один из курортных городков Франции. Самый популярный в Камарге. Вон море уже, 50 метров и море. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Вот море слева, видите, корабли уже стоят. Ну а мы посмотрим пляжик. Пляж. Может, кто-то купается. Здесь тоже такой гигантский паркинг. Летом места не найти, сейчас еще свободно. Ну что, ребятки, я решил сегодня открыть плавательный сезон. Свой личный плавательный сезон. Так как я смотрю, уже очень много людей на пляже загорают и, возможно, даже кто-то купается. Пока что нет такого очень жаркого, испепеляющего солнца, как летом, 40 градусов. Думаю, вода еще ледяная. Но можно уже полежать и позагорать, несмотря ни на что. Первый контакт с водой, а точнее со Средиземным морем в этом году. Фух. Да, водичка, конечно, прохладная. Ну что, есть первый контакт с водой в этом году. Купальный сезон открыт 8 мая 2023 года.
Водичка такая холодная, но терпимая. Пойдет. Знаете, первый контакт с водой, он всегда холодный. Такой критический момент. Преодоление критического момента. Ну что, ребята, юг Франции, Средиземное море. Городишко Сен-Мари-де-Ла-Мер, регион Франции, Камарг. Моя лежанка, мое лежбище морских котиков. Ну что, ребятки, будем выдвигаться. Поднялся ветерок. Не так сильно уже греет солнце. Сейчас чаек попью и выдвигаемся. Ну что, ребятки, пляжный сезон открыт. Мой личный пляжный сезон. Для кого-то пляжный сезон был открыт еще и зимой. Вот, осталось только продолжать, приезжать сюда, загорать. Лето только начинается. Еще только весна, начало мая. Тут, как всегда, пришел мичман Криворучка и говорит: ну что, ребята, на первый раз достаточно. Давайте до следующего уикенда. Ну чё, искупались, поджарились, а теперь на базу. High society girl.